это у меня в голове просто это слово только что, эта надпись прозвучала, это конец. Проверь действие, что с ним можно сделать. Ариэль, господи, Ариэль, русалочка, меня просто не отпускает. Так, вау. Да. Пощадить? Да. А действие? Надеяться? Нет, щади его. Я думаю, надо щадить. Давай щадить. Пощадить. Уворачивайся от звездочек, да. От маленьких, от больших, от каких? Ну, от маленьких, посмотрим. Давай, посмотришь. Азриэль заряжает шоковый прерыватель. Нам ее щадить, да, нужно постоянно? Да. Или, может быть, есть его. Какие-то действия? Это не Ариэль, это Азриэль. Азриэль, Азриэль-ка. Азриэль-ка так, что чара ребенка, который стал жертвой событий. Неизвестно, что это были за события, но чара считала, что поступает правильно. Это от имени Of Soul был комментарий. Суперспарки, но нельзя отрицать то, что они боялись и жили в страхе без надежды, но потом они появились риск, но у них не было решимости, чтобы что-то убить. Они решили добыть свою свободу через убийство, это неправильно, они убивали всех людей, которые упали сюда. Так, ну, с пощада. Они 100%, да? Да. Ну все. Мы тогда... же добрые ребята. Знаешь, это же за женский голос. Я думала, он уже вырос и стал очень крутым парнем. Знаешь, давай. Меня больше не заботит уничтожение этого мира. Я понять не могу, ну, что происходило вещи, только вещи, что. Что тебе там в вещах? Да-да-да. Азриэль вызывает саблю хаоса. Это да, что у меня тут объедки остались одни. Вы едите объедки и ваши очки восстановили. Когда я повергну тебя и получу полный контроль над ходом времени, я хочу лишь перезапустить все. Смотри, на Азриэле и... А интересно, куда он ударит, да? Да блин, ну... Это было... Азриэль заряжает шоковый прерыватель. Шоковый прерыватель — это пипец. Я не знаю, что это. Это пикульки, полные пикульки. Пикульки. Все, чего ты достиг, воспоминания каждого. Я обращу их обратно в ноль. Это... Боже мой. А, там они надо останавливаться. Азриэль готовит звездопад. Так, ну, наверное, попробуем продержаться с 10 очками жизни, потому что звезды, там... давай, щади. Тогда мы сможем повторить все с это самого начала. Это самая первая атака со звездами. Да, я понял. Ну, там... Сложняк. Последняя звезда. Не-не-не. Не-не-не, серьезно, что-то... Но оно воссоединилось. О, ничего себе. Вау. Ага. Может быть, надеяться там? Ладно, сиди. Может быть, надеяться? Щадить! Ай-яй-яй-яй-яй, я получил тут лопатой по голове. Упс. Ну, серьезно. Такого я не ожидал. Такой сложности, блин. От этой игры я не ждал, реально, хардкора. Да. Азриэль готовит звездопад. Ай-яй-яй-яй-яй. Ой, какая звездунка. Азриэль готовит ускоритель хаоса. Пощадить. И знаешь что? Самое лучшее во всем этом. Ты сделаешь это... Ты сделаешь это. Блин. Оно воссоединится, ну, да, я надеюсь. Да. Слава к зеленой капусте, для чего мы там сегодня поклоняемся. Так, это конец. Снова пощада. Так, что это? Шоковые удары. Один раз попали, да?
Азриэль готовит Ариэль. Так, Азриэль готовит звездопад. Пощадите. Звездопад вроде бы я понял, как уклоняться. Как работает это? Вся, как работаем по старой схеме. Ой-ой. Да ну блин. Это все Ариэль. Так. Ускорите хаос. Ну что, чипсоны? Давай. Десерт, который я хранил. Вы съедаете картошковые чипсы. Вы восстановили 13 очков здоровья, даже не все, ну. Та ну. Имей совесть. Азриэль. Тут в чате обсуждают, насколько монстры плохие. Так, Азриэль. Потому что они ранили ребенка много раз. Вызывает саблю хаоса. Да. Палку зря выбросил, сейчас бы грыз. А затем ты проиграешь мне снова. О боже, мы за головой снимем. Вау. Азриэль готовит ускоритель хаоса. Я не знаю, что это. Это молнии. И снова. О нет. Да ну это непроходимо. Да ну блин, ну вот это Unreal. Это не Undertale, это Unreal какой-то. Так. У нас ничего уже нет из вещей. Ну придется держаться, грызть палку. Которой у нас тоже нет. Серьезно, 5. Оно продвигается вперед? Я думаю, что да. Так, почти. Я надеюсь на это. Блин, я влево нажал, но не успел. Немножко бы двигалось сердце быстрее, и не было бы реально проблем, потому что оно немножко медленно. Немножко медленно, немножко быстрее. Короче, всего тут понемножку у нас. Давай, зрители ждут самого... эпичной развязки. Ого, вау! Я сам не верил происходящему. Азриэль вызывает... Азриэль, какая Ариэль? Мы договорились, что синий стоять, а ее зовут Азриэль. Все. Боже, синий стоять вместо красного, а его зовут Азриэль, да? То есть не ее. Мне эта игра просто разрывает мозг. Это лучшее, во что я играл. Так, пошли. Тебе говорят, что при смерти тебя отбрасывают на 2-3 хода назад, поэтому ты не продвигаешься. Щет. Ну чё, ну обчишься и будет всё окей. Спустя несколько смертей, несколько часов. Ну, мне обещали, что час остался до конца. Это был обман. Ну вообще, 35 минут, так что еще даже час не прошел, так что... Ну все, готов. Чего-то я решил посмотреть, ты посмотрела время, и я решил почему-то, что ты ошибешься. Так, ну сейчас, ладно, надо максимум концентрации. Боже мой. У нас не осталось чем хилиться, вот почему мы не хилимся. А может быть у нас там есть что-нибудь, давай проверим. Ничего там нет, я хочу, знаешь, что сказать, как вообще можно хилиться, если всего 8 предметов влазит в этот. А атака она наносит штук 50. Помечтай и будь счастлив, заглянув в инвентарь. Вещей нет, да? Действия. Ну, помечтай, может быть, они дадут Азриэль тебе что-то. Азриэль готовит шоковый прерыватель 2. Помечтай. А, можно мечтать? Да. Вы думаете о том, почему вы здесь. Вы чувствуете, как пустота в вашем инвентаре становится меньше и меньше. Оу. Вау, вот это был отличный совет. Господи, боже мой. О, боже. Что это происходит? Второго уровня был этот. Вещи. Оу, мечты?
последняя мечта 20. Благодаря решимости мечта сбылась. Wow! Ваши очки здоровья были восстановлены. Ring of Soul, ты просто, о да. Потому что ты хочешь счастливый конец. Спасибо, спасибо за отдельную подсказку. Ариэль. Где Тритон, Ариэль? Где Себастьян? Где царь Гвидон, блин? Тесак. Азриэль кастует Тесак Хаос. Я уже читаю, Ариэль капуста Тесак. Капуста Тесак Хаос творится просто. Так, пощадить. Потому что ты любишь своих друзей. Конечно. Поэтому она острит Тесак. Она? Он. Почему это он, если она в платье? Это одежда королей. Азриэль готовит... Давай, кушай, Бластер Хауса. Мечта сбылась. Потому что ты никогда не сдаешься. Ну, блин. Да это нереальный. Черт. Боже, у меня аж сердце ёкнуло, когда этот выстрел попал. Ай, это конец, это пощада. Тут уже просто весь народ замолчал. Наверное, все, которые смотрели стримы за все время. Здорово. Блин, ну я серьезно не могу. Просто... Опять Ариэль капусту. Опять Ариэль точит тесак для капусты. Сейчас она меня нашинкует. Походу я капуста получается. Тебя что-то задело. Ла, ла, капуста. Ой, этот автомат этот ненавижу, серьезно. Да ну ладно, я там убежал. Еще звезды. Еще ну давай, у тебя мечты. У тебя... Шоковый прерыватель 2. Там прогревают шоковые. Разве это не восхитительно? Твоя решимость, сила, что позволила тебе зайти так далеко, она станет твоей гибелью. Нам говорят, чтобы мы помнили, что монстры не заслуживают свободы из-за того, что они бесчувственны по отношению к 10-летнему ребенку, на котором мы играем. Ну, мы не забудем. Просят не забыть этот момент. Ага. Потому что я забыл уже все просто. Это реально. Я давно не играл, ну, я не испытывал такого хардкорного, я не знаю, игрового опыта. А теперь хватит дурачиться. Пришло время очистить эту временную линию раз и навсегда. Так. Ой. Так. Это последний. Что удар. Делать? Это последний удар. Это бежать отсюда. Да не, ну куда, серьезно. Осторожнее. Я, наверное, правильно, да, делаю? Да. О, магад. О, боже мой. Даже после этой атаки ты все еще стоишь. У меня на пути. Вау, ты действительно особенный. Но не зазнавайся. До сих пор я использовал лишь часть моей настоящей силы. Посмотрим, как хорошо твоя решимость справиться с этим. Ой. Что-то его расперло. О, господи, боже мой. Азриэль переграждает дорогу. Ариэль. Это истинная форма Ариэль. Давай, что там в действии? Бороться только, нет. Вещи. Так можно только бороться. Да? Да, нельзя больше ничего выбрать. Ребята, что у нас тут? Ну, бороться там придется. Да. Давай. Там минутку я пойду. О, супер спарк появился. Супер спаркл. Спаркл. Супер спаркл. Как-то так читается ник. Так, ну что, получается, если сделать ничего больше нельзя, придется бороться. Тело не движется. Ура, ха-ха-ха-ха, узри мою настоящую силу. Да ну блин, да, все ясно с этими
атаками, деваться мне некуда. Азриэль преграждает дорогу, но... Ничего больше нельзя делать, да? Сейчас мы еще раз попробуем. Ничего нельзя сделать. Я чувствую, как с каждой смертью твоя связь с этим миром ослабевает. С каждой смертью твои друзья забывают о тебе все больше. Твоя жизнь закончится здесь, в мире, где никто тебя не помнит. Я не могу понять, как от этой атаки вообще можно уклоняться. Типа вверх, вниз или что-то такого? Наступает конец света, никаких ничего. Действий, только бороться. Тело не движется. Но ты еще держишься? Он меняет реплики, значит мы продвигаемся. Ну я тоже так понимаю, что мы продвигаемся. Ничего, совсем скоро ты тоже все забудешь. Такой настрой хорошо послужит тебе в твоей следующей жизни. Вот они идут стеной иногда. Я не могу понять, как нужно двигаться, чтобы они были более... Податливы? Более компактны. Тут получается, иногда он их запускает. Просто борись, Андрей. Тело не движется. Ура, ха-ха, еще жив. Давай. Покажи, как хорошо, как хороша твоя решимость теперь. Серьезно, как? Ну, мы уже продвигаемся. Мы уже на полпути. О. Не пошевелиться, ничего не произошло. Вы боретесь, ничего не произошло. Вы пытаетесь добраться до сохранения, ничего не произошло. Вы снова пытаетесь добраться до сохранения, ничего не произошло. Похоже, сохранить игру действительно невозможно. Но, может, с той малой силой, что есть у вас, вы можете сохранить что-то другое. Сохранить. Да я понял, я просто смотрю, можно ли двигаться. Сохранить, Аня, как скажешь. О, мы можем использовать их силы, Андайн, которая уворачивается от атак. Боритесь до конца, верьте в себя. Так, или что-то такое, я не пойму. А ну Санса, выбери Санса. Да давай Тариэль. Да давай Санса. Да давай Тариэль, главную тут затейщик. Ну ладно, давай Санса. Санса? Ну просто он крутой парень. Давай Санса. Все, тогда вы возвали в душе Азриэля и откликнули своих друзей. Они где-то внутри, ведь так? В глубине души Азриэля. Что-то отозвалось. Потерянные души появились. Битва? Нельзя выбрать действие? Что там действие? Головоломка. Может головоломка, может их но надо разбудить? Ну это стоит Санс и... Ну да, и Папайрус. Ты первого выбрал? Потерянная душа один, левая. Давай, головоломка. Да? Или рецепт, ну ладно. Вы просите потерянную душу помочь с головоломкой. Я думаю, мы правильно выбрали. Он хочет помочь вам сам, не знаю почему. Я должен поймать человека. Просто сдайся, как и я. О, это их ой. Атака синяя. Не двигаемся. Я забыл просто, как это. Здесь стоят потерянные души. Пощада что-то. Я не знаю, серьезно. Еще раз головоломку, наверное. Подсказки нет, в чате. Попробуй вторую, нет, не хочу. Вторую душу. Пошутить. Вы рассказали потерянной душе неудачный каламбур про скелета. Похоже, ему нравится. А вот другая душа, кажется, ненавидит эту шутку. Затем каждый будет зачем пробовать. Блин. А я забыл, как управлять. Угу. Здесь стоят потерянные души. Так что мы делаем? Как пощады. Давай еще раз головоломку. Вы просите потерянную душу помочь с головоломкой. Он хочет помочь вам, сам не знаю почему. Ты их никогда не увидишь снова. Нужно выбирать то, что они любят нам сказать. Так что ты что выбрал первую. Он любит головоломки. Очень любит. Ну все, давай тогда головоломки. Вы просите потерянную душу помочь с головоломкой. Внезапно ура! Вся память возвращается. Воу! Нет, стой! Ты мой друг! Я бы никогда тебя не схватил. Не, я за тебя, малой.
Мы освободили, получается, первые две души Герои. Mm-hmm. Да? Вы чувствуете слабое колебание внутри Азриэля? Так, сохранить. Спасение. Давайте берем. А если я выберу спасен? Или не надо? Но они желтые почему-то. Ну, попробуй. Вы возвали к своим друзьям от всего сердца. Из ниоткуда вы почувствовали их поддержку. Ладно. И может быть пополнили свечи? Нет, по всей видимости. Ну что, ондайн? Ну да. В глубине души Азриэля что-то отозвалось. Потерянная душа появилась. Зеленый. Ты будешь уворачиваться стрелочек. Что она любит? Она... Прицеп. Ударить. Ударить? Да, ударить. Да, так, да, да. Видишь, в кавычках, это понарошку. Вы слегка ударили душу. Что-то в вашей атаке кажется ей знакомым. Все людишки должны, я не знаю. Я не помню. От стрелочек, я же сказала. Защищаться. Если стрелочек, ты будешь, да, дальше. Ударить немножко. Вы слегка ударили душу, что-то в вашей атаке кажется ей знакомым. Ты наш настоящий враг. О боже мой, да, я очень быстрый. Если появятся золотые, то они будут перелетать в другую. Понял. Ну ты помнишь, да? Вспомнил. Давай дальше. Пощада только для слабаков. Я сомневаюсь, что золотые появятся. Ударить. Вы слегка ударили душу. Что-то в вашей атаке все возвращается. Что ж, думаю, некоторые люди ничего такие. Ура. Теперь давай Альфис спасать. Или нет, я хочу Асгора. Давай Асгора. Асгора. Да. В глубине души Азриэля что-то отозвалось. Потерянные души появились. Так они вместе. Так, потерянная душа давай. Первая. Ты... Нет! Ты что? Это ради твоего блага, прости. Как я ненавижу просто это, то, что... Происходит. Кошмар. То, что я нажимаю удар вот это вот постоянно, когда... Это действие. Так, еще раз. Фу, аж неприятно стало. Да. Так, потерянная душа. Я даже не знаю, обнять. Говорить, давай говорить. А давай вторую попробуем, что тут у нас, пощадить, обнять. Говорить. Вы сказали потерянной душе, что вы должны идти, чтобы освободить всех. Что-то переполошилось внутри него. Никто не уйдет, снова это мой долг. Правильно делаем или нет? Здесь стоят потерянные души. Первая теперь душа. Говорят, что Санс очень легкий, и он, если бы атаковал, то отнимал бы по одной очко здоровья. Еще говорят, что мечту какую-то можно будет за очень дорого продать и Тэмми, и что это еще не конец. Вы сказали потерянной душе, что вы должны идти, чтобы освободить всех. Что-то переполошилось внутри него. Я не могу понять, я правильно делаю? Если переполошилось что-то внутри него, то да. Тут надо три раза или что-то такого. Давай действие, говори. Это мой долг, никто не уйдет. Они повторяют одни и те же фразы. Тогда попробуй что-то другое, ладно? Я тоже научился пощадить. Пощадить! Вы сказали потерянной душе, что не хотите ранить ее ни за что. Внезапно его воспоминания возвращаются. Видя какой-то милый, женская потерянная душа тоже все вспоминает. Твоя... Судьба зависит только от тебя. Ты наше будущее. Я уже боюсь нажимать кнопку, чтобы никого не ударить. Давай, последний, Альфис. В глубине души Азриэля что-то отозвалось. Какую потерянная душа появилась. Ой, снова чуть не ударила. Воодушевить, звонок. Давай звонок, да, наверное? Ну, давай. Вы звоните душе по телефону. Она начинает потеть.
Она не знает почему, но это все кажется ей очень знакомым. Ты ненавидишь меня, да? Но она же как бы с метатоном повязана там. Повязана. Здесь стоит потерянная душа, потерянная душа. Вы звоните душе по телефону, она начинает потеть. Она не знает почему, но это все кажется ей очень знакомым. Буду лгать и дальше. Ай-яй-яй. Давай дальше. Звони по телефону. Внезапно вся память возвращается. Ура, мы всех излучили. Нет, это не так. Я нравлюсь своим друзьям, а ты нравишься мне. Вы чувствуете, как души ваших друзей бьются внутри Азриэля. Кто-то еще. Несмотря на то, что ваши друзья вас вспомнили, что-то еще стало колебаться внутри души, сильнее и сильнее. Кажется, там осталась еще одна душа, которую нужно спасти. Кто это? Но чья она? Внезапно вы понимаете. Вы тянетесь и выкрикиваете его имя. Азриэль! А, что ты делаешь? Вы чувствуете, как души ваших друзей бьются внутри Азриэля. Так, сохранить Азриэль Дримур. Что ты сделал? Что это за чувство? Что случилось со мной? Нет, нет! Мне никто не нужен. Та ну, где я там? Там уже это... Ага. Уже по низу бегает, а я еще пытался уклоняться. Сохранить опять? Угу. Прекрати! Отстань от меня! Ты меня слышишь? Я порву тебя на части. О, Боже! Ага, у него ослабление. Давай! Бро, ты знаешь, зачем я делаю это? Зачем я продолжаю драться, не давая тебе уйти? О, уже это, мимо это атаки. Угу. Музыка такая веселая. Она грустная. Я делаю это, потому что ты особенный, бро. Ты единственный, кто понимает меня. Ты единственный, с кем все еще весело играть. Да, прикольно, я помню это. Нет, это не только поэтому. Я делаю это, потому что я забочусь о тебе, бро. Я забочусь о тебе сильнее, чем кто-либо еще. Ага, побил нас тут. Несколько раз убил. Если бы не палка и объедки, мы бы не протянули тут и часу. Я не хочу, чтобы это кончалось. Я не хочу, чтобы ты уходил. Я не готов опять попрощаться с таким, как ты. Когда уже конец? Поэтому прошу, перестань это делать. И просто дай мне победить. Ну, или там... Прекрати! Прекрати сейчас же! Внезапно! Бро! Бро! Мне так одиноко! Бро! Мне так страшно! Бро! Бро, я Азриэль
Так, Азриэль Дримур. Не Ариэль. Да, да, Дримур. Мне. Ринг оф Сол говорит, я же сказал, что два босса. Это первый, второй на подходе. Там будут, можно будет, боже, как там много надол будет винуться. Супер спаркл. Надол будет вернуться. Нормально, там уже мимо кнопок. Там будет важный по лору разговорах. Да, вы пропустили очень важную секретку. Комната Санса и лаборатория Санса. Вам нужно было во время суда выпросить ключ у Санса путем перезапуска игры после разговора с ним. Я же сказал, что два босса выпили. Мне так жаль. Это дети. Дети, это дети. Значит, я... Ну, мне так жаль. У тебя лучше получается, дети. Давай. Ладно, я всегда был плаксой, так ведь, бро. Я знаю, ты на самом деле не бро, да? Бро исчез давно-давно. Так, как тебя зовут? Фриск? Это красивое имя. Фриск. Я не чувствовал себя так уже давно. Как цветок, я был лишён души. Я потерял возможность любить. Однако души каждого внутри меня вернули мне не только мое сострадание. Я также ощутил чувства других монстров. Они так сильно заботятся друг о друге. Они заботятся и о тебе тоже, Фриз. Жаль, я не могу описать, что все чувствуют к тебе. Папайрус, Санс, Андайн, Альфис. Тори. Монстры странные. Несмотря на то, что они едва знакомы с тобой, похоже, они тебя действительно любят. Фриз, я пойму, если ты не простишь меня, я пойму твою ненависть ко мне. Я повел себя так равнодушно и ужасно, и причинил тебе зло. Я причинил зло стольким людям, друзьям, семье, случайным прохожим. Мне нет прощения за мои поступки. Давай не будем прощать. Конечно, простить. Что? Боже, Фриз, ты снова заставляешь меня плакать. Кроме того, даже если ты простишь меня, я не могу держать все эти души внутри меня. Наименьшее, что я могу сделать, это вернуть их. Но сначала есть кое-что, что я должен сделать. Прямо сейчас. Я чувствую, как сердца каждого бьются в унисон. И все они горят одним и тем же желанием. Силами каждого, с их решимостью. Настало то время, когда монстры... освободятся. И тебя убьют. Я не верю, что-то он становится злым, по-моему. Нужно пройти, не получая урона. Иначе все заново проходить. Да ну нафиг. Что-то это, мне кажется, он, короче, какой-то развод. Смотри. Да я смотрю, куда что-то экран перед лицом. Барьер был уничтожен. Иначе все заново. У меня реально болит уже палец. Я просто по этим кнопкам, и такого не было никогда. Мазур натер. Фриск. Мне надо идти. Без силы душ каждого я не смогу поддерживать эту форму. Совсем скоро я превращусь обратно в цветок. Я перестану быть собой, я перестану чувствовать любовь. Так что, Фриз, лучше просто забудь обо мне, хорошо? Просто будь с теми людьми, которые будут любить тебя. Утешить его. Так, не так. А ты думаешь, что на поверхности все будет окей? Нет, там еще опаснее. Там люди. Ха-ха. Я не хочу отпускать. Сейчас задушу тебя. Фриз, у тебя все получится, окей? Не важно, что ты будешь делать. Все будут поддерживать тебя, окей? Что ж, мое время подходит к концу. Прощай.
Последнее слово за тобой. Кстати, Крис, позаботься о маме с папой ради меня, хорошо? Все это лишь дурной сон. Пожалуйста, проснись. Ох, ты проснулся, слава богу. Мы так переживали. Кажется, будто ты был в отключке вечность. Ага, еще немного, и я бы сошла с ума. В следующий раз предупреждай, когда решишь прилечь, окей? О да, ты заставил Папайруса реветь как ребенка. Что, я не плакал, я не плачу. Мне просто что-то в глаз попало. И что же это? Слезы! Тише, тише. Самое главное то, что с Фриском все в порядке. Вот Фриск, не выпьешь ли немного чаю? Тебе станет намного легче. Может, сначала пусть придет в себя? Должно быть, он устал. Правда, не уверена, отчего. Крис, я не помню, что именно произошло. Здесь был цветок, а затем все стало белым. Но сейчас барьер исчез. Когда ты будешь готов, мы все вернемся на поверхность. Видимо, западная дверь теперь ведет туда. Но прежде, возможно, ты захочешь прогуляться. Можешь попрощаться с каждым из своих чудесных друзей. Делай, что пожелаешь. Мы все будем ждать тебя здесь. Вниз пойди. О май гад. Where is the end? Говорят, что поговорить со всеми идите с самого начала, куда упал Фриск. Ты поговорил со всеми монстрами? Может, они там тоже что-то скажут? Так, мы сохраняемся, и, наверное, у нас получается еще будет одна трансляция по Undertale. Серьезно? По самому концу? Ну, потому что я не знаю, сколько там концовок. Надо было... Аня, я думал, ты тут в курсе, а ты, оказывается... Ну, я же не вот прошла это... игру до конца. Надо было почитать что-то, потому что я был уверен, что ты знаешь. Так, нам нужно вернуться в самое начало пешком, без использования лифтов. Говорят, что надо со всеми поболтать. Со всеми поболтать. Привет, Фриск. Альфис улучшил мой телефон. Я сейчас развлекаюсь функцией чата. Сам, зацени-ка эту. Блин, Тори. Это же жестоко. Не могу поверить, что королева вернулась, и в то, что она такая дурашка. Вы двое находитесь в метре друг от друга, зачем вы чатитесь? Не волнуйся, Папайрус, мы чатимся по уважительной причине. Так, ну, это по какой? Ну, просто мы дурашки. Санс, прошу, не говори так. Ты не дурашка. Скорее ты, черепашка. Ха-ха-ха-ха, вау, эти шутки кажутся еще менее смешными, когда исходят от нее. Тогда почему ты улыбаешься? Это улыбка сочувствия. Так, ты можешь забить и пойти в конец концов. Не, ну давайте просто давайте закончим уже. Или есть еще какие-то действия, какие-то события? Или есть уже финал? Самый назад к цветку и поговорить с ним. Я не думаю, что там что-то особо важное. Наверное, там нету ничего особо важного. Давай со всеми поговорим. Да не, ну куда? У нас время уже час ночи. Куда мы поговорим? А конец если еще концов. Час конец концов со всеми переговорить? Фриск, Тори рассказывала мне, как испекла для тебя ирисковый пирог. Ох, надо будет как-нибудь испечь его для всех. Ох, это звучит действительно хорошо. Готовка? Могу я помочь? Погоди секундочку. Я, можно, я тоже помогу. Конечно, вместе будет веселее готовить.
Хотя, если подумать, может, я закажу пиццу. С папайрусом теперь. Итак, Асго, можешь сделать меня членом королевской стражи? Ну, папайрус, теперь, когда война окончена, нам больше не нужна королевская стража. Что? Тогда в чем был смысл поисков человека? Он прошел весь этот путь, а я все еще не член королевской стражи. По правде, это худший конец из возможных. Что ж, Альфис? Ага, поговорить с этими персонажами, ну так мы и сделаем. Давай. Чем ты хочешь заняться теперь, когда мы уже свободны? Теперь у нас есть целый мир для исследований. Ну, разумеется, я выйду на улицу и... Нет, я не стану врать. Я останусь здесь и буду смотреть аниме, как последняя неудачница. Вот это настрой. Итак, праздник в честь того, что мы лузеры. Эх, а Папайрус прав. Мое поражение в риску – это лучшее, что когда-либо со мной случалось. Я рада, что мы... что такое, Асгор? Что такое? Аниме. О мой бог. О мой бог. Фриск, пожалуйста, помоги объяснить Асгору, что такое аниме. Видите ли, это что-то вроде мультфильма, но... С мечами, с пушками, с мечами, давай. Это как мультик, но с мечами? Божечки, звучит любопытно. Где оно? Где я могу увидеть аниме? Погодите, думаю, у меня есть на телефоне. Вот, гляньте вот это. Ой, это не то, не важно. Божечки, эти два робота что? Целовались. Да уж, до чего технология дошла, не так ли? Яга, действительно. Так. Теперь Сальфис. Фриск. Скажи мне, как думаешь, Сгор и Тариэль когда-нибудь вновь сойдутся? А, да. Да, да, я на это тоже надеюсь. Только представь, как мило бы они смотрелись вместе. Для меня это быстро станет отношением всех времен номер один. Тори и Гори. Мой бывший начальник и его бывшая жена. Внезапно это звучит не так уж и круто. Ура, последний. Как делишки, Фриск. Прости, что почти попытался забрать твою душу. Я очень плохо себя чувствую из-за этого. Надеюсь, мы можем остаться друзьями. Эй, не волнуйся за это, Асгор. По-моему, каждый пытался убить Фриска, по крайней мере, хоть раз. О, понятно. В таком случае мне не жаль, Фриск. Нормально. Асгор, я не это имела в виду. Все, со всеми раза. Пошли. Смысл? Фриск, не думай. Что тебе забыли? Я тоже писала тебе сообщение. У тебя еще остался мой номер после всего этого. Разве нет? Конечно, остался. Вам пришло сообщение от Ариэль. Дорогой Фриск. Солнце Альфис учит меня писать сообщения. Я многому научилась. Например, ты знаешь, что есть смайлы? Пожалуйста, взгляни. Первый. Теперь наклони голову влево. Эта картинка меня улыбающаяся тебе. Лол, это означает lots of laughter. Много смеха. С уважением, Тори. Пока что все. Может, в следующей комнате ты получишь еще сообщение. Ага, это был намек такой. Извиняй, у меня нет времени, чтобы поговорить, Фриск. Я должен сейчас работать. Но ты не работаешь. Знаю. И я очень сосредоточен на этом. Видимо, ты реально запорол свой квест, Фриск. Но я, великий Папайрус, всегда буду твоим другом. Неважно, как сильно ты пытаешься от него избавиться. Эй, это правда? Эй, Альфис, Альфис! Как думаешь, потом мы построим что-нибудь с драками, посмотрим? Ой, а потом что-нибудь с принцессами? Или с дерущимися принцессами? Я постараюсь найти что-то в этом духе, Андайн. Ура!
Хотя я, возможно, не буду писать фанфики по существующих лиц. Я имею в виду, разве настоящая жизнь — это не лучший в мире фанфик? Ох, не говори никому, что я это сказала, потому что я собираюсь запостить это в сеть. Фриск, я только понял, поскольку мы больше не сражаемся друг с другом, я наконец могу у тебя спросить, не желаешь ли чашечку чая? Боже. Не желаешь ли чашечку чая? Конечно, желаешь, давай. Ох, хорошо. Хотя тот чай уже холодный, так что тебе не следует его пить. Но я так рад, что ты согласился. Как только у меня будет возможность, я тебе его сделаю обязательно. И потом мы станем хорошими друзьями. Так, всё, еще раз. Наконец, нет, зачем? Сказали же два. О, боже мой, как насчет пока мы не увидим, сколько друзей ты обрел здесь. Я почти уверена, что на самом деле друзей у тебя побольше. Извиняю, у меня нет времени, чтобы поговорить, Фриз. Я должен сейчас работать. Но ты не работаешь. Знаю, и я очень сосредоточен на этом. Так, ну что, нам направо идти. Да. Только не выходите из игры, подождите до самого конца. Ага, так, мы правильно идем. Все, мы сохраняемся, с этими мы поболтали. Если ты уйдешь сейчас, то твое приключение действительно будет окончено. Но мы выполнили все, что можно на хорошую концовку. Идите. Почему флаг? Твои друзья проследуют за тобой к выходу из подземелья. Не уходите. Я готов. Ну правильно, мы же... СМС от Тори. Давайте прочитаем еще. Номер 3. Тори писала сообщение. Дорогой Фриск, как поживаешь? Ты блуждаешь вокруг уже долгое время. Я надеюсь, что ты не попал в неприятности. Просто шучу. Лол. С уважением, Тори. Важнее. По скрипту. Не попадай в неприятности. Так, что еще? СМС от Тори, СМС от Тори. Ну это все, это уже все, конец. Хотели больше не присылать. Ну что, друзья? А ты можешь позвонить папайрусу онлайн? Наверное, мы выходим. Ну давайте еще папайрусу наберем. Нет ответа. Ладно. Наверное, их телефон сел. Мы сохранились, в общем-то, правильно? Мы можем, если что, еще запустить. Еще раз мы сохранимся на всякий случай. Ага. Да, это потрясающее приключение. И не давай. Ну, прям не хочется покидать этот фантастический мир. Твои друзья проследуют за тобой к выходу из подземелья, да? Ты готов? Я готов. Да. Идите, Супер Спаркл, со слезами. Только не выходим из игры. Ждем, да, действительно, очень-очень она такие интересные эмоции вызывает игра. О, боже. Разве это не прекрасно, народ? Ух ты, это даже лучше, чем по телеку. Намного лучше. Лучше, чем я могла представить. Фриск, ты живешь со всем этим? Солнечные лучи такие приятные, и воздух такой свежий. Я чувствую себя такой живой. Эй, Санс, что это за гигантский шар? Мы называем это солнце, дружище. Так это солнце, бабушки. Не могу поверить, что я наконец встретил солнце. Я мог бы стоять и любоваться этим часами. Да, оно красиво, не так ли? Но нам действительно стоит подумать о том, что делать дальше. Ах, конечно, народ. Это начало нового светлого будущего. Эра мира между людьми и монстрами. Фриск, я должен кое о чем тебя спросить. Ты будешь нашим послом у людей? Конечно. Да. Да, Фриск будет лучшим послом. А я, великий папайрус, буду лучшим талисманом. Пойду произведу хорошее первое впечатление. О боже мой. Что ж, кому-то нужно за ним приглядывать, чтобы он не попал в передрягу. Увидимся. Что за Санс пошел в другую сторону? Супер Спаркл, можно просто Саня. Окей, но если я вдруг забуду, то будет снова Супер Спаркл, да. Блин, мне что, придется все делать самой? Папайрус, постой.
время, дай меня, подожди. Старисту, который... Упс. Должен ли я что-то делать? Взгляд такой видела. Что ж, мне пора. Кажется, все уже хотят отправляться. Фрис, ты пришел из этого мира, да? И у тебя, наверное, есть куда вернуться или нет? Что ты теперь будешь делать? Я хочу остаться с тобой, я хочу остаться. Не серьезно, мне есть куда вернуться. А что, мы хотим остаться? Ну давай. Что? Фрис, на самом деле чудное дитя. Если бы ты сказал это раньше, ничего этого бы не произошло. Это замечательно, что тебе понадобилось время на решение. Хи-хи-хи. Тогда, я полагаю, если тебе действительно больше некуда идти, я сделаю все возможное, чтобы позаботиться о тебе, сколько потребуется. Хорошо? А теперь пойдем. Нас уже заждались. Там он на горизонте вообще-то какой-то замок. Я думаю, ему как бы должно быть куда идти. Наверное. Так, да. Сказали не выключать игру. Не выключаем, ждем. Титры и... Ну, на самом деле, история вообще под конец. Огонь. Игруха, конечно, набрала обороты. Я... Первая часть игры меня не так зацепила. Вот вторая часть вообще просто нельзя было оторваться. У нас таблу. Пугающий. Говорят, чтобы мы не трогали ни один коммент. Папайрус. Байтоби и Тимми. Санс. Байтоби. Хиты, ребята. Так, смотрите, не трогай ни один камень, сейчас поймешь. Он не сможет с первого раза, это невозможно. Пусть попробует, так что ему придется проходить игру. Что делать просто, если я что? Я не знаю. О, все монстры. Ой, поцеловал. Там это атака была, 999. Ну да. Ну еще мафия. Безумный манекен. Успокоился совсем немного. О, шоу МТТ. Сундереплан. Вообще фантастическое название. Ну, это от Сундеры. Это такая девулька, которая очень стесняется, наверное. Поэтому к ней нужно приближаться. Теми 10 из 10, пишет Саша.
Асгор там стрижет деревья. Лужайки или что это? Деревья он стрижет. Белые точки внизу. Конец, ага, да, конец. Приготовь джойстик. Джойстик готовь. Да я уже просто засыпаю напрочь. О, нет. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Ты действительно подумал, что это все? Я, в смысле... Особые благодарности. А теперь, покончим с этим, давай. Так, и что делать особо? Уклоняйся. От титров? Да! О май гад. У тебя, задел. А что, что надо делать? Я имею в виду, почему внизу знак бесконечности и тройка? Потому что тебя невозможно убить. О. Удобное местечко. Ты попал по нескольким титрам. Это особая благодарность. Так надо уклоняться или надо наоборот? Вообще нужно уклоняться. Но ты уже просто попал. Я попал в сказку. Просак попал. Боже, это ужасное слово, я его... Почему? Не знаю. Чего он тебе не нравится, я не пойму. Ну, мне вообще нравится тебя им пугать, ты просто так реагируешь, я такая, вау. Да нет, тут... Невозможно. Нет! Да тут можно, походу... Да тут можно, но не... Или не нужно. Не нужно. А чё не нужно? Потому что... Что там 0-3 и бесконечность, знаешь? Это очки здоровья. Качки. Ты бессмертен. Тогда зачем мы уклоняемся? Зачем я напрягся просто? Это... Короче, если бы... Ты не зацепил ни одного, то была бы истинная концовка 2? Нет. Просто помнишь дверь, которую мы не могли открыть? А, если бы не зацепить ни один... Это тронутые титры. Ну, получилось их и не так уж и много, я смотрю. Спасибо, друзья и семье за поддержку. Андертейл Тим благодарит тебя, игрок, от всего нашего сердца. Без тебя это все могло быть не это самое. Что-то и доброй ночи. Они прям знали, во сколько мы играем, да? Ну да. Если ты увернешься от тех, кто открылся бы секретик, ты смог бы попасть в комнату разработчика игры. Но... Надо было бы хотя бы, чтобы стимул был, потому что я уже подумал, что не надо уклоняться, если жизнь бесконечна. Ирисковый перо. И самое последнее. Ча, что там будет? Типа конец, о да. Все, под эту мелодию можно и уснуть. Под эту мелодию можно и зажигать. Самочка. Там сейчас вы супер. Спасибо. Тоби. Спасибо. На экран там сейчас смотри. Тоби придет. Погодите. Тоби уже на подходе. Это музыка, я уже на стрёме. Или эта собачка есть, Тоби. Я просто...
Тоби Магуайр сейчас выскакивает за спины стримера и я Человек-паук. Что? Ну, Тоби Магуайр, который снимался в первых сериях. Собачка — это Тоби Фокс. Все, конец. Конец! Вырубаем эту Тоби телегу. Так игру сделала собака или что это? Я так... Ну, конечно, кто еще мог это сделать? Не, ну если бы, знаешь, вот именно так быть далеким реально человеком, там, прочитал комментарий, такой думаешь, так, ну все, я вырубаю, типа, стрим, пошел, такой думаю, блин, собака сделала такую потрясающую игру. Ну, в основном она черно-белая. Собачка — это Тоби Фокс. Все, это конец. Вырубаю. Потрясающее, действительно, друзья, приключение. Мне очень понравилась игра. Если Аня в нее играла немного раньше, то я вообще не играл. Да, и вот вообще финальный босс и количество их, это мне запомнилось надолго. Теперь я понимаю, почему многие люди, ну вот мне многие за нее говорили и просили, чтобы мы постримили. Теперь я понимаю, почему. Действительно, когда ты ее проходишь от начала до конца, ты понимаешь, насколько это действительно шедевральный проект. Хоть он и выполнен в таком старом 16-битном олдскульном стиле, но игруха очень, очень содержательна по смыслу и вызывает много различных эмоций. Потрясающая. Да, она потрясающая. Аня совершенно права. Что ж, друзья, огромное спасибо всем, кто составил нам компанию на Twitch. Надеюсь, вам было интересно. Если это так, подписывайтесь, если этого еще не сделали. Для вас играл Андрей Броскей. Нам говорят, что монстр безжалостный и ужасный все равно. И моя сестра, которая не собирается, смотрю, заканчивать стрим. Нет, конечно же, я буду еще. Аню там. Вот, еще раз всем огромное спасибо. Будем заканчивать, друзья. Ладно. Всем пока. Пока-пока. Куда стримить еще? Нет, еще половина вон, смотри, второго вот ночи. Ты стример, ты мой любимый, родной. Вот, смотри. Просто Тоби впихнул себя в игру. Нет, нет, видео собачки. Спасибо за стрим, вы супер-пупер, вы просто что-то. Теперь я буду приходить чаще. Спасибо за стрим, эмоции. Спасибо так, тебе огромное. Еще. Спасибо тебе огромное, супер спаркл, Сережа. Мы... Саша, прости, да я уже засыпаю просто. Вот, да, Ring of Souls, спокойной ночи. Все, друзья, всем действительно спокойной ночи. Спасибо вам огромное за отличную компанию. Спасибо за ссылочки, которые... Я люблю красивую рисовку. Все, да. За все спасибо. И заглядывайте. Заглядывайте стримы каждый день после 20:00. Вот, будем стараться почаче делать... С Анютой, да? Да. А теперь всем спокойной ночи. Саша, я сейчас умру на да, этом sorry, деле. Да, сори. Ну, я же говорил, я сразу извинился. Сказал, что если буду забывать, то сори. Ну все, ребят, всем пока.